Сейчас буду коптить стейк семги. Будет очень и очень вкусно. У нас на рынке продается рыба целыми тушками. Я попросил, чтобы мне отрезали вот такой стейк. Вчера вечером я его посолил, это элементарно. Положил в контейнер, с одной стороны крупной солью обсыпал буквально щепотку, и с другой стороны ночь постояла в холодильнике. Сейчас обтер полотенцами бумажными. Все, готово к копчению. Ольха, щепа, уже насыпана вон там в поддоне. Здесь поддон я укладываю фольгой, чтобы было удобнее мыть. Сейчас ставлю в коптильню и коптить буду на газовой плите. Довожу температуру до 60 градусов, удерживаю 20 минут, и все. Рыбка остывает дальше в коптильне, и она уже готова, можно кушать. Это очень вкусно, поверьте мне, друзья. Пальчики оближешь, за уши не оттянешь.